Мы до сих пор немного бомжи, но это ненадолго. Нам уже привезли кровать. Сейчас она находится, правда, в таком состоянии. Но я ее сейчас соберу, и мы посмотрим, как она будет выглядеть в собранном состоянии. Мы решили избавиться от нашего старого дивана, потому что он весь облупился. Хоть ему и 3 года, но качество было плохое, поэтому пришлось его выкинуть и купить новую кровать. У меня, к сожалению, нет шуруповерта, поэтому приходится закручивать все обычной отверткой. У меня остался один саморез. Но я посмотрел, скрутил везде. Я так думаю, это они положили запасной. Матрас этот стоил дороже, чем вся кровать. Такой белоснежный. Посмотри с моей рукой, как ты относишься. Сегодня 30 мая, надвигаются вот такие вот тучи. И уже идет немного дождь. Ну и вот так вот она выглядит в полном сборе. Мы купили еще 2 тумбочки. Они даже неплохо работают. Их 2. Ну а сейчас давайте сделаем небольшой тест, и тогда я уже скажу свое мнение о ней. Ну, в целом, кровать неплохая, я ей ставлю 8 баллов из 10. Из-за одного минуса, то, что у нее она немножко поскрипывает. Но это, возможно, у меня кривые руки, я собрал не совсем качественно. Ну, а сейчас небольшой анонс. Ко мне на этих выходных приезжает сестра, дочка, племянник. Поэтому будет много новых влогов. Кому интересно, оставайтесь и смотрите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.